доброе утро. Куда мы идем? А кто идет, кто едет? Поехали? Да. Ты пойдешь, а я поеду. Ну давай, иди. Едь. До садика нам 5 минут ходьбы. Очень близко. Сегодня ветер какой-то непонятный. Может, все-таки надует что-нибудь. Но так, в принципе, небо чистое. А так хочется дождика. У нас жара стоит под 40 каждый день. Так уже устали от этой жары. В общем, колесо у нас что-то спустило, идет, ведет его. Ты куда? Ты что, его нести собралась? Ну да. Дочь, ты сейчас его только испортишь. Да что ты делаешь? Веди его. Хорошо летом. Да? Да прям пришли мы в садик. Вот такой вот у нас здесь коридорчик. Это акула или кто? Собака. Пойдем. Пойдем. Здесь у нас на второй этаж. Давай. Привет. Тёпой. Надо забирать все лишнее. Давай я кофточку заберу. Соскучилась по садику? Ложи туда. Вставляли окна в садике. Привет. Твоя подруга передала тебе привет. Мы с тобой купались, полоскались. Кепочку снимай. Чего ты? Пойдем, пойдем. Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Соскучилась. Ой, мы сейчас меня раздавим, да? Где ж ты пропадала? Тома сидела и загорела так чуть-чуть, да? Ну все, давайте, до свидания. До свидания.
машины моются. Сегодня у меня, не знаю, здесь перец, а здесь он весь в траве. Надо вот эту всю траву прощипать. И все, пойду завтракать. О, Клёпа, куда полетела? Ты где была? А? Иди сюда. Нет. Гусей нам проведывала. Пойдем мы проведаем. Вот. Кабачки уже. Так, надо уже срывать. Вот он один. Он хороший уже. Вчера с утра маленький. Стала я дергать. Да вот второй. Ой, ну прям пищат. Ой, ходит, смотри, чё ходим? Здрасте. Чё орём? Что такое? Да, это зерно мне понравилось. Да? Пойдем посмотрим индюшат. Вчера индюков пересадила в этот загон. Вот они, мои холосые. Вам здесь не очень? Громко с этими истеричками. Чего? Ну-ка, тихо. Тихо. Сейчас я вам дам. Вот они, мои красавчики. Вы уже познакомились? Что это меня? Здорово. Здорово. Ай! С ума сошел? Ой. Так, что у вас тут? Эй, красотулька моя. Привет. А вы что? А? Большие уже, да, большие стали. Пошли, я вам другое зерно насыплю. Где я тебя поглажу? Хороший. Что ты меня щипаешь? Давай пять. Ай! Тебя тоже пощупать. Уже начинает пухом перьями обрастать. Иди поближе. Ой, привет! Гуси-гуси! Иди сюда.
Иди. Иди. Вот, молодец. Молодец. Вот такие мягкие вообще. Здорово. Здорово. А вы там что сидите? Тоже травы надо вам. Ну вот, продергала я всю траву в перце. Теперь хоть видно, где перец у меня. Я увидела, что здесь я... Где я видела? Вот даже маленький перчик появился. Здесь тоже. Вот, теперь хоть перчик видно будет. Теперь можно идти завтракать. Вот мой сегодняшний урожай. Вот этот спрятался и перерос. А это вчера я собирала. Сейчас чуть-чуть оставлю на еду. Остальное закатаю в банку. Пора уже начинать. Здесь маленькие. Здесь побольше. Мой завтрак. Кофе. И яичница. Ну, она не жареная, она печеная, без масла. И горошек с кукурузкой консервированный. Приятного всем аппетита. Сегодня собрала кабачки. Долго думала, что с ними приготовить. Решила сделать так. Вот нарезала их кружочками. Вырезаешь отверстие. И вот фарш. Я туда закладываю, вот на противень я вот так вот положила, заложила фарш. Ну, фарш обычный, как лук, специи, ничего больше, соль. Вот, и майонезом сверху помазала. Сейчас поставлю в духовку, и будет очень вкусненько. У меня получились кабачки, фаршированные фаршем. Это очень вкусно. Моим очень понравилось. Всем, кому понравилось, ставим лайк. Варю спагетти. Вот такой вот обед у нас получился. Салатик с огурчиками, с майонезиком и лучком, кабачки и спагетти. Так, еду забирать ребенка с садика. Хотела пешком, но так как у нее спустило колесо, наверное, поеду заберу, в багажник кину велосипед. Так будет быстрее. Наш садик. Где ты ее закопала? В песке. Зачем? Другие кепки мы тоже. Ну, они ж грязные теперь. Ну и чё? Ой, пищевать. Чё, пойдешь за носками? Мам, кстати, на руке сандалии стёгнулись. Давай, иди. Иди, иди, давай, да. Ужас. Показывай, что у вас в группе есть. А где ты спишь?
Новые? Хинкали. Угу. На одеяле щенок, а на тельце у него черные усы. Пятнышки белые. Какие у вас окна новые, да? Ну, мы не пойдем в туалет, пойдем. А здесь занимаетесь, да? Понятно, пошли. Все взяла. Кто у вас? У тебя там на шкафчике нарисован? Макроски. Все, пойдем вниз. Как прошел день? Хорошо. Но что в садике нельзя снимать? Почему? А? Почему? Можно? Спасибо тебе за то. Угу. Дочь, ну он уже спущенный. Сейчас колеса протрешь, и будут потом дырки. Так, вот я его мясо разморозила. Здесь, в общем, у меня две ножки. Такие вот. Так, это что-то плохо разморозилось. Сейчас отломаю. Положу все в кастрюльку, залью водичкой. Так, ну вот я поставила... Варится ножки и рульки для холодца. Посолила. И теперь 3 часа надо его варить. Вот я вытащила мясо. Оно варилось у меня 2 часа. 2,5 часа. И получается, я его сейчас остужу. Отберу от костей. И потом перекручу через мясорубку. Нам так больше нравится. Вот я его убрала, мясо от костей. И перекручиваю через мясорубку. Потом добавлю сразу в кастрюлю. Вот я перекрутила через мясорубку. Теперь поставлю на огонь и доведу до кипения. Потом добавлю специи, чеснок и разолью по емкостям, по контейнерам, наверное, и в холодильник. Вот разлила я его по контейнерам. Получилось вот так. Ну, сначала остудила до комнатной температуры, потом убрала в холодильник. И все, завтра будем кушать вкуснятину. На этом заканчиваю свой влог. Оставайтесь с нами. Всем, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся. Всем пока-пока.